Всем привет, с вами Андрей Санар. И сегодня мы будем катать необычную лодочку. Ох, погоняем мы сейчас лысух. Что касается лодки, задумывалась она как гоночная. Для гонок какого там класса? Четвертого. Для гонок четвертого класса, это в любительских гонках, да? В любительских гонках. А вот что это будет за лодка, покажут испытания. Пока мы еще не знаем. Ее вот просто вот собрали. Она еще воды не нюхала. Склеили, сварили. Воды еще не нюхала. Будем посмотреть, как говорится. Ты уверен, что сразу надо подкладочку ставить? Да, смотри. Ну вот так вот покатались, я, конечно, не скажу, что первый блин комом, ну, надо дорабатывать. Будем работать, фронт работ определили. Так что лодочку доработаем, побежит, вот так вот побежит. Всем пока.